つが来たどうしようかな。夏が来たどうしようかな。江ノ島線に乗って。Я дошила покемона. Такой он получился. 12 сантиметров. Не считая ушей. Замочек. Можно будет вот так вот делать. За вот эти сборки. Вот, чтобы открыть замок, чуть-чуть принадавливать кнутри, то есть не на себя тянуть, а чуть-чуть кнутри. Открыли. Я там к подкладу пришила тесемку. За тесемку схватили. Ну, атласная ленточка. И подклад вытянули. Вот он весь. Положили то, что необходимо, либо ручкой, либо чем удобно под рукой, туда заделали обратно, и вот эту ленточку как бы у входа положите так, чтобы она не заела в замок. Все, убедитесь, чтобы она не мешала, и тихонечко закрываем до упорок язычок. Ну, этот замочек прячем сюда и немножко как бы конструкцию так вот как бы прячем. Вот, ну то можно будет убрать, и если надо, могу сюда вот эту веревочку такую сделать из ну, крючком, лямочку, если нужна, если нет, то так оставить. Она даже стоит такая. Вот, если все ок, то тогда отправляю на днях